Нормально. Это интересно смотреть. Что там начали копать, да, смотри, глубоко. Да? Как считаешь? Это кул. Тут компания Виктория такая. Знаешь такой, нет? Нет еще. Теперь знаешь. Да. Красота. Да, тут мази рядом. Да, в мази бы я хотел поступить. Абсолютно согласен. Как он убивает реально? Вообще на хрена надо знать. Я тебе скажу, потому что на высоких позициях, точнее, когда грейфер вне траншеи, он может закручиваться на тросовых. А тут он, когда вне траншеи, он захватывает. Не дает закручиваться. Площадь маленькую делают, заметь. Теперь понятие растяжимость. А? Ага, булки работают. И ты, мат тебя, другой майлер Никер. Ну да, с тобой не поспоришь. Последний или что-то? По крайней мере, паузу я точно сделаю. Не, плохо. Плохо, да? Мне кажется, нормально будет. Не очень. Хотя бы один пункт. Тем более тут люди. Что тоже минус.